Вот, мне очень понравилось это письмо. Хочу поделиться с вами одним своим наблюдением на тему «Эта страна никогда хорошо жить не будет». Ну, это мой тезис. Вы говорите, что ездите на метро. Так вот, на площади, на станции Площади Эволюции, как известно, стоят различные скульптуры времен индустриализации. Наш народ решил, что если потереть нос собаке, к примеру, и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Халява. Затерто все. Собаки, петухи, младенцы, туфля птичницы, грудь пловчихи остались нетронутыми. Шахтер, хлебороб, инженер, студент и футболист. Там, где работать надо, короче. Да, вот это вся халява, вся затерта.